Вопросы трудоустройства инвалидов обсудили в Хандаге. В формате круглого стола говорили о гарантиях трудовой деятельности, существующих программах по устройству на работу этой категории граждан, а также взаимодействию бюро медико-социальной экспертизы. Обо всем подробнее Нина Ханарова. В Хандаге в рамках декады инвалидов состоялось заседание круглого стола по вопросам трудоустройства инвалидов и адаптации их на рабочем месте. Инициатор проведения круглого стола – Центр занятости Тампонского района с приглашением заместителя главы администрации района по социальным вопросам, руководителя районного управления Пенсионного фонда социальной защиты, председателя общества инвалидов, бюро медико-социальной экспертизы, специалистов Центра занятости населения. Но сегодня мы традиционно провели с нашими социальными партнерами круглый стол. Тема круглого стола в этом году, она очень актуальна. Это задача номер один, поставленная президентом Российской Федерации для трудоустройства инвалидов. На заседании круглого стола обсуждались вопросы о гарантиях трудовой деятельности, существующих программах по трудоустройству инвалидов, взаимодействии бюро медико-социальной экспертизы, предоставление государственных услуг льготной категории граждан. На сегодняшний день мы очень плотно взаимодействуем с центром занятости нашего района. Это очень хорошо тем, что мы, во-первых, тут же практически обговариваем вопросы по рекомендации трудоустройства наших инвалидов. Состоялся заинтересованный обмен мнениями о взаимном сотрудничестве между Центром занятости населения и обществом инвалидов, всеми заинтересованными службами. Нина Ханарова, Павел Сивцев, НВК Саха, Тампонский район.